Я сам из Финляндии, и среди финских христиан очень многие люди пьют алкоголь, ну там, может, пиво могут себе позволить или вино. И я знаю, что в Европе это тоже очень распространено среди христиан. И мне, как пастор, очень многие задают вопрос, и у меня должна быть определенная позиция по этому вопросу. Я для себя решил это так. Есть разные уровни стандарта твоей духовной жизни, твоего христианства. Можно сделать нормально, как бы пройдет, а можно повысить свой уровень стандартов, чтобы делать все самым лучшим образом. Вот я для себя решил, что я хочу быть человеком самых высоких стандартов. Поэтому я для себя отказался от алкоголя полностью. Я вижу в этом большое благословение. Я никогда не буду ни для кого преткновением. Я буду всегда только самым лучшим примером, что я отказался от этого зла, от алкоголя. И я предлагаю остальным людям последовать моему примеру, потому что это только приносит благословение.